На аэродроме в Москве собрались представители общественности столицы, родные и друзья, для встречи 29 моряков с командой танкера Туапсе, который возвращается из чанкайшистского плена. Танкер Туапсе незаконно был захвачен военным судном в открытых водах южнее острова Тайвань. Окончены долгие месяцы разлуки с родными, близкими, друзьями. На митинге взволнованную речь произнес капитан танкера Туапсе Виталий Калинин. Дорогие товарищи, ровно 13 месяцев назад клика пиратов, разбойников на большой дороге захватила наш мирный советский танкер. Завели на остров Тайвань. Требовали от нас, чтобы мы отказались от своей родины. Нет, товарищи, той силы, которая могла сломить советского человека. Дорогие товарищи, поверьте, мы выполнили так же долг, как и каждый из вас советский человек. Нет ничего счастливее быть сыном своей родины. Нет ничего дороже носить имени советского гражданина.